Тихое субботнее утро в Невельске продолжается недолго. У причалов волнолома свободных мест немного. Через несколько минут здесь начнутся главные рыболовные соревнования этого сезона. Больше 30 рыбаков и одно море на всех. Море полное добычи. Второй день сахалинского тунца официально стартует. Я рад видеть с Владивостока, ребят, с Самары. У нас уже получилось... А где Самары у нас? А, Самары... Опять еще. Самара, Владивосток, у нас уже Москва, у нас Аха. Аха это вообще прям почти не Сахалин. Без Верхова. Я рад вас всех видеть здесь, я желаю вам всем удачи. Я сегодня с вами тоже капитан, поэтому мы все сегодня должны победить только потому, что мы здесь. Всем удачи. Я рад вас видеть, спасибо вам. Давайте открываем турнир! В этом году экипажей заметно больше. Победители первого дня тунца, команда Василиса, рассчитывают защитить чемпионский титул. Все, уже второй раз уже нет волнений, уже поднакатаны. Поэтому все нормально, спокойно, отработаем, вернемся по времени. Даже мы решили сегодня чуть пораньше прийти, так как у нас Виктор Романович член жюри будет. Поэтому мы его пораньше привезем. Кроме ветеранов соревнований, есть в этом году и новички. Всего в битву вступают 9 экипажей. Джокер, Водник, Паутина, Стерлинг, Марлин, Тунцелов, Василиса, Махи-Махи и Хищник. В том году вы были как бы готовы там. Хотелось бы посерьезнее, то есть за зимний период подготовить лодку по оборудованию, то есть по снастям подтянуться. То есть, ну, совсем по-спортивному, конечно, не получается, как всегда, но сейчас более готовы. Ну все, вперед! Ловит тот, кто ловит! Наконец, все швартовы отданы, катера устремляются прочь от пирса. Впереди долгие часы наедине со стихией. Зона для лова обширная, десятки квадратных километров на значительном удалении от берега. Море в этот день относительно спокойное. Если в прошлом году командам приходилось бороться с полутораметровой волной, в этот раз быстроходные суда рассекают по почти зеркальной глади. Поймать тунца – дело непростое. Рыба эта внушительных размеров, может достигать веса в 40 килограммов и способна легко сломать многие орудия лова. Поэтому участники состязаний снасти готовились заранее и с особым вниманием. Увешанные приманкой гирлянды отправляются в свинцово-серую водную гладь. Леска разматывается и натягивается, добыча заглотила наживку. В бой вступает мотор. Удирающую рыбу еще надо поймать и аккуратно подтянуть к борту. Удар гарпуна – готово. Тунец отправляется в лодку. На берегу тем временем тоже становится жарко, причем буквально к полудню тучи расступились, а перед сценой и в зоне кухни собрались сотни гостей со всей страны. Кто-то пришел поболеть за своих, другие просто насладиться праздником. Повара там готовят вкусную еду. Ну что, друзья, давайте громче поддержим наших девочек. Я напоминаю, что вместе здесь год назад вообще здесь ничего такого не было. Все переделали. Сегодня на берегу просто развиваются люди, молодцы. Рады за них. Я муж ушел тунца ловить. Я сама тоже участвовала в этом и в разделке. Дорогие друзья, я приглашаю вас всех, поэтому мы решили вместе с собой провести небольшую зарядку. Девочки, на берегу, а почему в море не пошли? Если ваши движения нельзя будут... Программа для гостей второго дня сахалинского тунца обширная. Для детей зона отдыха, аниматоры и шоу мыльных пузырей. Для взрослых пузырьки искрятся в авторских коктейлях, которыми угощают опытные бармены. По соседству лучшие шеф-повара острова готовят настоящий пир. В этот день здесь состоялся полноценный гастрономический фестиваль, где в главной роли, разумеется, тоже был тунец. Гости могли попробовать плов и салат с этой рыбой и даже насладиться филе тунца в сыром виде на суше, которые готовил мастер ножа из страны восходящего солнца. Кроме того, японский шеф провел мастер-класс по разделке рыбы и принял участие в битве поваров. Одним словом, все получили и хлеба, и зрелищ. В этом году тоже будем готовить много, будем готовить шурпу, будем татаки делать с пюре из кимчи. В этом году будем делать несуаз по-сахалински тоже с тунцом, с добавлением там папоротника, орехового соуса. Поэтому еды будет, ну, много-много вкусной еды. Попробуют обязательно, конечно, мы разделаем этого тунца и с него же будем делать суши. Поэтому вот все, надеемся на вкусные впечатления. Все желающие могли также потанцевать и побороться за свои призы. Ведущий мероприятия Дмитрий Гладченко подготовил для гостей множество каверзных вопросов.
откуда узнали про сегодняшний праздник? У вас участвуют мужья, и они сейчас в море. Вы все замужние? Ой, как неинтересно, идем отсюда. Завтра как думаете, какая погода будет здесь? Завтра улучшаться будет. Улучшаться будет, да? Битва в море продолжается. Уже все участники получили свою дозу адреналина и вошли в раж. Рыбалка сегодня идет серьезная. Спортивный азарт едва не приводит к тому, чтобы опоздать к причалу. Дедлайн для участников 16 часов, когда нужно сойти на берег и отнести добычу на взвешивание. Если в сумках окажется не только тунец, можно даже получить дополнительные баллы. У нас есть участники из Москвы, из Самары, из Владивостока, компания «Водник». Вот они являются, да, одними из участников. Поэтому география такая в этом году обширная. И это в два раза больше, чем в прошлом году. У нас, получается, есть еще, прибавляются дополнительные баллы за выловленную лакедру и за выловленную махи-махи. Махи-махи, получается, 2 балла, лакедра дополнительный 1 балл сверху. У нас, получается, 3 места призовых. Первое, второе, третье. Первое место приз денежный в размере 150 тысяч рублей. Второе место 100 тысяч, третье 50 тысяч. Плюс у нас есть отдельная номинация с спонсорский приз за самого крупного тунца. Ребята из главного рыболовного выступили спонсорами и забрали эту номинацию. И это будет сюрпризом для всех, что же они подарят. Что будет у нас во второй день? Посмотрим, какой будет улов. Также команды завтра уходят в свободный график. То есть кто во сколько хочет, во столько выходит в море. Ну, все возвращаются в 14 или 15 часов. Уже все должны быть здесь. И будет контрольное взвешивание. И будут определены победители, соответственно, которые получат призовые места. Наконец, зрители на берегу и участники морской битвы встретились. В отведенное время уложились все экипажи. Дальше самая зрелищная часть – взвешивание. Сумки трещат по швам от веса добычи, по причалу и на берегу их несут подвое, а то и больше человек. Судьи едва успевают записать результаты, а спортсмены делятся впечатлениями. Просто сказка, штиль, сказка. Клювало вообще обалдеть. С акулой возились, наверное, пару часов. Жалко было отрезать, но нам дало жару вообще. Мы там голос посадили с ней. А потом пошли тунцы один за одним, один за одним, один за одним. А, я, подожди, я был это самое, как... Вот сажусь на корму и говорю, сейчас будет есть. Сажусь на корму, говорю, сейчас есть. Правильно? А потом сразу три за раз жахнуло. Команда шикарная, просто огонь. Да я весь. Вытащили акулу, она сопротивлялась, не хотела к ним идти. Но я знаю почему, я их знаю, но поэтому... Ну вытащили, забрали, поэтому все супер, все огонь, все круто. Завтра пойдем еще. Острый момент был очень интересный один. В общем, первая поклевка была дерзкая такая. Мы как раз шли, видим, что коряга. У коряги всегда, ну, махи-махи, любит, это ее любимое место обитания. Рядом стали проходить тизер, пустили рядом, как она даст. И она как бы перекусила нам стерлинг. Ну, получается, одну стать потеряли. И корифену тоже. Все, команда, был, пожалуйста, ребята, давайте. Поклевка тунца, да. Ну, одна, и... Следующая он вылетел из воды, как бы, и пришлось с ним там немножко повозиться, как бы. Думали, что уйдет. Там он за ратлин клюнул, ну, за такую металлическую штуку, и у него крючок там на честном слове держался. Мы когда вытащили, он просто у него выпал изо рта, и все. Как бы. Класс! Когда первые две сошло, были очень острые моменты. А потом большой клюнул. 31! 31.
Добыча в этом году завидная. Общий субботний счет для всех участников соревнований приблизился к тонне тунца – 831 килограмм. Что же до индивидуального зачета, результаты сложились следующим образом. Паутина положила в свою копилку 45 кило тунца, им попалось всего два, но весьма внушительных экземпляра. Столько же особей привез на берег Джокер, но вес их добычи оказался больше – 51 килограмм. В трюмах стерлинга поместили уже 5 тунцов общей массой 84 килограмма. А еще нашлось место для 7-килограммовой корифены, за которую команда получит дополнительные баллы. Дальше в рейтинге Василиса и Хищник. У первой команды число пойманных особей больше 5 против 4 у Хищника, но общий вес добычи у обеих сборных одинаковый – 88 килограммов. Следующий результат перевалил за сотню. На четвертом месте оказался Марлин с 5 тунцами общей массой в 111 килограммов. Кстати, именно им попалась и самая крупная пока рыбка – 31 килограмм живого веса. Еще 114 килограммов на 6 экземпляров привезли бронзовые призеры первого дня – махи-махи. Несмотря на такое название, корифена им не попалась, зато клюнула на удочку и потрепала нервы спортсменам 30-килограммовая акула. Возможно, она тоже пойдет в общий зачет, если такое решение примут организаторы. Тем временем серебро достается команде «Водника», которые достали из моря 5 тунцов общей массой 124 килограмма. А лидерами первого дня стали участники команды «Тунцелов». Оправдывая свое название, они привезли сразу 7 экземпляров общим весом 126 кило. Так незаметно на берега Невельска подобрался второй соревновательный день. В этот раз общего времени старта не было. Организаторы объявили день свободного лова. Каждый экипаж выводил судно в море по собственному желанию. К
Кстати, в списке активных участников произошла замена. В первый день по техническим причинам на рыбалку не отправилась команда Fishing Therapy. Но к воскресенью им удалось устранить все неисправности и добыть заветного тунца. А вот экипаж Джокера, наоборот, решил посвятить воскресный день отдыху. Им, как и гостям праздника, хватало развлечений на берегу. В этом году вся рыба остается у участников мероприятия. На аукционе будет разыгрываться, продаваться тунец, который мы выловили вчера. Получается, первоначальная ставка 10 тысяч рублей, шаг 1000 рублей. Средний вес тунца 15 килограммов, который можно будет приобрести. Для гостей нашего мероприятия, но самое, наверное, ключевое, что мы можем вообще приготовить, это мы можем приготовить тунца. То есть мы подаем гостям различные интерпретации блюд из нашей трофейной рыбы, и они могут посмотреть на разделку этого тунца, попробовать сашими из-под ножа. То есть это культ еды, такое гастромероприятие, совмещенное с соревнованием. День сахалинского тунца хоть и проходит всего второй год подряд, но уже прочно занял свое место в календаре событийного туризма островного региона. Наряду с такими крупными фестивалями, как «Крылья Сахалина», «Сахалинский лед» и многими другими мероприятиями. А это уже не просто праздник, но и вклад в развитие всего региона и его туристический бренд. Это событийный туризм, и тем более приятно, что он проходит по инициативе бизнеса. Когда бизнес сам в прошлом году выступил инициатором, и был проведен первый фестиваль, который собрал много хороших отзывов, ну и принято было решение, что он станет традиционным. Вот в текущем году он проходит второй раз уже в двухдневном формате. Много желающих его посетить, конечно. Все хотят попробовать тунца в различных вариациях. Ну и наши знаменитые шеф-повара, которые работают в ведущих ресторанах Сахалинской области, показывают свое мастерство и свои вариации, что с ним можно приготовить. Я успел продегустировать шурпу из тунца. Очень вкусно. Ждем дальнейшие блюда. Ходим голодные. В общем, стараемся держаться. Несмотря на свободный старт, вернуться на берег команды снова должны к 16 часам. Экипажи задействуют все свои навыки, чтобы успеть добыть побольше тунца. Погода благоволит, на второй день солнце выглядывает почаще и позволяет рыбакам охватить взглядом темные морские глубины, полные рыбы. Приманки срабатывают чаще, а катера прибавляют в весе с каждым удачным заходом. Ну, по-разному, там, в зависимости от того, какой, как тунец борется, насколько он готов сдаться, ну, вот, по-разному бывает. Иногда малыш борется минут 15-20, а иногда большой приходит тебе за 5 минут. На берегу тем временем продолжается гастрономический фестиваль. Лучшие шеф-повара островного региона удивляют гостей необычными рецептами всевозможных блюд с тунцом. Равнодушным и голодным не уйдет никто. Мы это готовили, конечно, под фестиваль. Мы в прошлом году какие-то из блюд уже готовили. Мы делали шурпу, ее попросили нас в этом году приготовить плов. Но вот мы добавили в этом году это салат, про который я сказал, несуаз. И шурпу мы сделали с добавлением кимчи тоже. То есть, потому что, ну, два дня у нас мероприятие, и хочется, то есть, ну, немножко разнообразить рацион. Поэтому вот вчера у нас была традиционная шурпа с тунцом, сегодня уже с добавлением в пюре кимчи. Попробовать повторить лучшие рецепты дома смогут теперь участники аукциона, который организаторы провели на второй день праздника. Тунцов выставляют на продажу целиком. Борьба за каждый лот разворачивается не менее серьезная, чем у рыбаков в море. За ставками внимательно следит ведущий. Будет ответное предложение на 25 тысяч. Давайте, девчонки, давайте, я вам еще своих выделю просто, чтобы выиграть. Итак, 25 тысяч рублей, это пока финальная стоимость. 26 тысяч рублей. Наконец, праздник приближается к своей кульминации. Все экипажи вернулись на берег, настала пора взвешивания улова. Результаты у команд завидные. Замыкает десятку Джокер, который еще в первый день добыл 51 килограмм тунца. А вот дебютант воскресного дня Fishing Therapy забрал из моря 88 кило добычи, заслуженное 9-е место. На 8-й строчке рейтинга расположилась паутина, которая смогла прибавить к субботнему результату еще 72 килограмма.
Хищник взял 66 килограммов тунца и заодно седьмую позицию в общем зачете. Марлин добрался до шестого места с дополнительным результатом в 46 кило. А вся первая пятерка во второй день смогла преодолеть планку в центнер добычи. На счету водника за воскресенье прибавилось 100 килограммов рыбы, пятое место. На четвертом расположился стерлинг с результатом в 152 дополнительных килограмма тунца. Василиса смогла заметно улучшить свой результат на 189 кило и добралась до бронзовой медали второго дня сахалинского тунца. Серебро досталось экипажу «Махи-Махи». 177 килограммов оказалось в их трюмах во второй день. Бесспорное лидерство, как и в субботу, удержал за собой тунцелов. В воскресенье они достали из моря 216 килограммов добычи. Победители отправляли на сцену под незатихающие аплодисменты. «Махи-Махи!» Невероятные 342 балла, уверенно обойдя всех своих конкурентов, закрепившись на первой строчке рейтинга. Итак, это команда Тунцело! Помимо основных денежных призов, свои подарки вручали и спонсоры второго дня сахалинского тунца. В этом году их число заметно выросло. К организаторам праздника присоединился один из лучших ресторанов японской кухни Южно-Сахалинская «Нихон Митай». Супермаркет товаров для рыбалки, туризма и отдыха «Главный рыболовный», а также водно-моторный центр «Адмирал Моторс». Ну что, вы получаете спецприз от супермаркета рыболовных товаров «Главный рыболовный» и водно-моторного салона «Адмирал Моторс». А вручит вам его руководитель Пахоруков Кирилл! Всем привет! Вадим! Мы рады от лица компании «Главный рыболовный» и «Адмирал Моторс» водно-моторного салона вручить вам некоторые подарки. Всего за оба дня соревнований все участники доставили на берег почти 2 тонны рыбы, если точнее 1982 килограмма отборных морских деликатесов, практически промышленный результат. Но главное, что получили гости и участники, это яркие впечатления и приятные воспоминания. А еще настоящий азарт и дух соперничества, как для членов экипажа, так и для их групп поддержки. Давайте, да, вот эти рукопожатия, поздравления, невероятный праздник вы нам, конечно, устроили. Команда медиахолдинга «Губернские ведомости», как и другие партнеры и спонсоры второго, но точно не последнего дня сахалинского тунца, благодарит всех участников и гостей праздника.